Всем привет, это Русньюз. Мы сегодня находимся на Тверской. Здесь две группы кинутых дольщиков у мэрии. Сейчас посмотрим, что происходит. Здравствуйте, что у вас здесь происходит? Расскажите, пожалуйста. Сегодня у нас массовая подача обращений мэру Собянину по поводу нашего ЖК, который обещает, он достроит уже 5 лет, никак не достроит. Застройщика нашего гаража дал нового инвестора, который воборовывает дольщиков, скажем так. А стройка стоит. Такая стандартная ситуация, как и в Царицыно схема. Ну да, вместе с Царицыной стоим. Понятно. А какая готовность вашего жилья? У нас готовность, Москва рапортовала еще в 2016 году. С 2016 года рапортует 90% готовности. 90% готовности уже у нас 5 лет, 4 года. Поэтому, ну, по сути, там готова только одна очередь, 13%. А остальные 87% не готовы. Понятно. Вот так в одежде полосатой, как у заключенных, дольщики вынуждены ходить кругами у мэрии Москвы, чтобы хоть как-то привлечь внимание власть держащих на их беду. Здравствуйте, а вот и царицынские дольщики здесь тоже собрались. Сегодня день такой, никаких СМИ не позвали. Вы сегодня чем здесь занимаетесь? Мы занимаемся тем же, чем и каждый вторник. А сегодня же у нас вторник точно, да. Завтра выходной день. Завтра выходной. Мы занимаемся этим уже 2 года. Пришли, потому что мы до сих пор без квартир. И каких-либо перспектив нам не говорят. Говорят только, что по их мнению, по мнению застройщика, у него все хорошо. А то, что у него все хорошо, мы не сомневаемся. А вот у нас мы вот до сих пор бомжуем.